Всем привет, друзья! Сегодня у нас вот такой вот замочек Volkswagen Crafter номер, там видно вроде бы. Вот. Такая проблемка у таких автомобилей, что с годами эта штучка начинает барахлить. Вот, берут люди на разборке другой, ставят на машину. Вот, чтобы нам другой поставить на машину, нам данные нужно из него перенести вот сюда. Это замочек с разборки. Это родной замок. Ну и как вы знаете, что это не просто замок, это сложное электронное устройство. Там внутри процессор, все такое. Сейчас я вам покажу, что там внутри. Сейчас, в общем, разберем и посмотрим, что там внутри. Интересненько у нас. Тут разбирается он очень просто. Вот здесь вот два болтика. Откручиваем. Первый и второй. Далее. Здесь вот защелочки по всему периметру замка. Вот. Тут все такое это само разбирается. Вот такая вот штучка еще есть. Ее надо вынуть. Вот таким вот образом разбирается наш замок от Крафтера там или Спринтера. Вот. Видим крышечки и, собственно, сама плата. Сама плата. Вот там вот. Не знаю, видно будет, нет. Там вот находится процессор. То есть вот под этим всем механизмом находится процессор. Сейчас попробую показать. Ну, может быть, на свету. Как-то попробую показать. Вон, видите, там процессор стоит Motorola. Нам надо сейчас перенести данные с родного замка вот в этот вот замочек. Для этого нам нужно подключить программатор к определенным точкам, прочитать содержимое процессора с родного замка и перенести вот сюда, вот чем мы сейчас и будем заниматься. Вот, в общем, родной замок. Не могу не показать этого вам. Тут все прям развалилось в щи. Вот эта вот часть. Вот здесь вот приклеена суперклеем. Тут все тут просто разлетелось. Все пружинки. Не знаю, что с ним творили. С этим замком. Ну, в общем, такая вот история интересная. Вот сейчас будем пробовать вычитывать родной и переносить эти данные в донора. Вот. Пока как-то так.